Любишь ставить лайк за 3 секунды? Ставь лайк за 3 секунды. Раз, два, три. Привет, друзья! Вы смотрите Банальный ТВ, с вами Турбо. Сегодня мы продолжаем играть в Брикрикс. Я продолжаю уничтожать вот этого вот огромного, подождите, вот этого вот огромного лего-человека. Но смотрите, он стал вдруг прозрачным. На самом деле, друзья, это просто его вторая версия. У него есть такая вот вторая прозрачная версия. Не знаю, в чем ее прикол, но зато так мы сразу видим, где что находится. Так тоже достаточно прикольно. Посмотрите, блин, у него реально самый настоящий череп внутри. Блин, ну это на самом деле круто. Давайте, в общем, сегодня у нас будет несколько, так сказать, автомобилей, с помощью которых мы будем уничтожать, ну как автомобили, я бы даже сказал, боевых машин. Это Катюша, ребят, Катюшечка. Первый у нас будет Катюшечка. В общем, и мы сначала вот этого чувака, потом того, у которого есть кожа, а потом можем попробовать их обоих, но мне кажется, будет сильно лагать. Ну, в общем, ничто нам не мешает в любом случае это попробовать. У меня машина вообще-то не едет. Давайте поближе немножко ее поставим. Поставим на ручничок. Нажимаем Alt. Как-то делаем вот так вот. И надо зажать. Полетели. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, а это прям четко. Ёкарный бабай. Но я вам скажу на самом деле, что не слишком мощные ракеты. Но смотрите, все равно, как это, блин, получилось эпично. Получилось максимально эпично. Посмотрите, это у него сердце аж вывалилось. Блин, слушайте, а мне понравилось, мне прям четко понравилось. Так, давайте-ка мы выйдем, пойдем поближе, посмотрим, что там произошло. Типа такие, черт, что же это такое, что это за огромная хрень? Интересно, кого я только что уничтожил, что это за атака титанов на Лего-Сити? Я все-таки, блин, герой Лего-Сити, я спасаю этот город от всякой нечисти. Какого хрена тут происходит? Вы просто посмотрите, у него башка уже в районе... Скажем, живота, не будем говорить, в районе ППРки, блин, все-таки это сказал. Окей, давайте-ка мы поставим его еще раз. Давайте попробуем теперь подальше нашу Катюшку поставить. Екатерину, так сказать, Тимофеевну. Поставим ее куда-то вот сюда подальше. Я не знаю, долетят ли до туда мои великолепные ракеты. Сейчас попробуем. Блин. Я хотел повыше. А, во-во, повыше. И полетели. Блин, красиво вылетают на самом деле, мне прям нравится. Так, некоторые куда-то хрен знает куда полетели. Ой, ого, в голову попали, блин, вот это четко. Посмотрите, у него одна нога просто как будто сгнила. Просто минус одна нога, минус башка, и он сейчас упадет, блин, ему будет очень-очень неприятно, я вам это прям обещаю. Ну хотя, блин, более-менее чувствует он себя нормально. Так, друзья, знаете что, я хочу все-таки поставить второго. Второго такого лего огромного чувака. Один будет прозрачный, другой невзрачный. Вот, сейчас я это сделаю. Сейчас посмотрим, вообще будет ли у меня лагать. Ну, он и так лагает, в принципе. Ну, сейчас, в общем, посмотрим. Так, друзья, все, два этих красавца стоят рядом друг с другом. Просто посмотрите. Это, как говорится, два брата-близнеца. Только один прозрачный, а другой, как я уже сказал, невзрачный. Прозрачный и невзрачный, это их имена новые. Блин, Ибрагим Михайлович. А это его... Прозрачная версия, ужас какой-то. В общем, давайте мы их поставили. Давайте как-то, я не знаю, блин, лагает на самом деле прям сильно. Надо как-то вот так вот посерединке встать. То есть сделать вот так вот. Поднять как-то, наверное, вот так вот. И все, полетели. Блин, походу все пролетит в прозрачного. А нет, все тупо по центру. Опа, вот и в Ибрагима что-то летит. Блин, а в прозрачного как раз-таки ничего не пролетело. Видели? Оно все как-то насквозь пролетело. То есть не очень это круто получилось, блин. Могло получиться и покруче. Окей, я знаю, что надо сделать. Надо их поставить друг за дружкой. Мне кажется, тогда это вообще топово получится. Ну, давай сначала прозрачный пусть стоит. А сзади вот этот вот. А, ой, перепутал. Турбо все попутал. Турбо перепутал. Потому что турбо это как жопа. Казахстанского языка. Неважно. Так, в общем, я поставил их. Я поставлю нас. И будет все хорошо. Так, ракета, ты шо? Блин, что же, я каким-то стихами разговариваю. Так. И полетели. Надо даже вот так вот повыше. Вверх, вниз, вверх. Ой, блин, одна ракета застряла. Ёб твою жопу. Я это не то, на что я рассчитывал. Ну ладно. Немножко неудачно получилось. Блин, окей, вот он наш. Наш прозрачный падает на нашего, так сказать, кожаного друга. Назовем его так. И происходит что-то, блин, что-то прям неприятное происходит. На самом деле, я бы на вашем месте
прикрыл глазки, потому что картина не из приятнейших. Два огромных мужика падают друг на друга, у одного отлетела голова. И вот если бы мы не знали, что это все происходит из Лего, мы бы, наверное, сошли с ума от такой информации. Вы просто посмотрите на нашего любимого Ибрагима Михайловича, что с ним случилось. Он просто лежит и думает, какого хрена я тут делаю, Турбо, ты достал, сколько ты будешь меня еще мучить, что я тебе такого сделал, вонючий ты ублюдок, Турбобой. В общем, ладно, друзья, давайте-ка мы все-таки уже перейдем от Катюши к нашей КВ-222, которая на превьюшечке красуется. В общем, сейчас я к вам обязательно, может быть, возможно, вернусь, а может быть, сейчас видео закончится, не знаю, посмотрим на ваше поведение, лайк если поставите, то видос продолжится. 3, 2, 1, вы поставили лайк, и мы продолжаем. Итак, друзья, мы, в общем, продолжаем наш видосик, у нас есть вот такая вот КВ-222, кто-то упоролся, походу, чем-то накурился или напился чая горячего, может быть, даже холодного, скорее всего, знаете, такого теплого, противного чая, такого полухолодного, полутеплого, из-за этого в голову что-то ударило, он решил сделать вот такой вот, блин, из КВ-2, решил сделать КВ-222, и это выглядит очень странно. Так, у нас есть, кстати, пулемет, но мы здесь не за этим смотрим, у нас есть три камеры, с ним мы можем смотреть с трех пушек, давайте со средней. Давайте посмотрим, что это вообще такое и как это работает. Блин, но это максимально мощная пушка, потому что, ну, посмотрите. Она стреляет сразу тремя залпами. Башка отлетела, блин, пора смотреть, что там случилось, потому что, ну, блин, ёкарный бабай. То есть, видите, у нас три выстрела. Так, давайте мы тень немножко получше сделаем, а то слишком уж слабенько. Пока он один, можно и посильнее, так хоть чуть получше. Просто вот этой посередине мы как бы стрельнули, у него здесь такая дырка образовалась. Окей, давайте-ка, Ибрагим, дружок мой, любимый, мой хороший, мой самый лучший. Ты чё, блин, сказал, это я самый лучший, ты меня в каждой серии убиваешь, меня потом по кусочкам собирают, Турбо, ты что, я не хочу больше сниматься в твоих роликах, ты достал. Так все, Ибрагим, тихо, я тебе за это плачу вообще-то, не забывай, что если бы не я, тебя бы вообще никто даже не знал. Так, ладно, окей, стреляем. Так, давайте-ка как-то с пулемета. Так. Не, надо с прицелом. Ибрагим Михайлович. Что со мной? Что со мной случилось? Почему я подлетел? Ёбарный сатыр. Я хотел уничтожить Ибрагима, уничтожил сам себя. Получилось не очень, в общем... Как-то так. Ну как-то, блин, на самом деле эта КВшка выглядит, конечно, так прикольно, необычно, но на деле это какое-то фуфло. На деле это какое-то фуфло. Стреляет так себе. Слишком сильно, слишком слабо. В общем, как-то непонятно. Так, давайте-ка. Да подождите, я хотел... Что происходит? А, вот, все. Так, все, давайте, смотрите. На, раз. Сразу же два. Сразу же три. Сразу же... 4, сразу же 5. Да не, блин, это КВшка, это какой-то фуфлешка на самом-то деле. К сожалению. Но на превьюшке будет, потому что выглядит прикольно. Можно, кстати, вот так вот. Можно, в принципе, вот так вот. С помощью этих выстрелов можно улететь. Так, а давайте мы будем сейчас разгоняться. Это, как я помню, в GTA Vice City или в GTA San Andreas любил так делать. То есть стрелял, блин, из пушки на танке, чтобы быстрее ездить. Окей, давайте мы, наверное, все-таки эту КВшечку уберем. А сейчас я, блин, выберу что-нибудь стреляющее. Еще посмотрим, проверим, что да как это дело работает. А, итак, друзья, ну и напоследок я решил взять вот такую вот ЗСУшечку. ЗСУ 57-572 Soviet AA Gun. В общем, такая вот ЗСУшечка. Решил я посмотреть, все, блин, достаточно прикольно. То есть мы можем... Да, подожди ты. То есть мы можем сесть, типа, вот сюда. И типа такие тых-тых-тых, пых-пых-мых-мых. Пых-пых. Жих-жих, но на самом деле стрелять мы можем только из водительского, так сказать, места. И, блин, есть такие прицелы всякие прикольные, но мы давайте-ка попробуем. Давайте вам просто продемонстрирую, как она стреляет. Кстати, пушка управляется очень даже хорошо. Она стреляет тых-тых-тых, так что мне кажется, что нашему Ибрагимчику... Сейчас мы так примерно нацелимся, как-то вот так вот. Ну, вроде пробивает, но как-то слабенько. Так, я хочу в голову. Окей, давайте возьмем прицел. Ой-ой-ой, лицо, минус. Блин, это какой-то уже бит получается, можно зачитать что-то. Я крутой чувак, я стреляю в Ибрагима, я в Лего человека убиваю. Это красиво. Да, рэпер, конечно, из меня так себе, но я старался. Так, блин, давайте попробуем в летящую башку попасть. Вроде, кстати, попал. Давайте пообрубаем ему ноги.
Блин, я реально сейчас начну плясать и читать реп. Но надо сдерживаться, надо сдерживаться, а то мои зрители меня не поймут. Турбо, только попробуй зачитать реп, я тебя сразу... Блин, я же уже зачитал реп. Ладно, тогда лучше давайте так, ставьте лайк, если вам нравится реп Турбо. Йо-йо-йо, камон. Йо-йо-йо. Блин, как долго он ломается. Давайте-ка мы поближе подлетим, то я так буду бесконечно. Вселенная бесконечна. Ё-моё, он упал. Он упал. Он упал прямо на землю. Так, окей, давайте-ка я его еще раз поставлю. Мы сейчас сблизи его еще разочек расстреляем. Я знаю, что вы любите вот эти вот все расстрелы огромного... Ё-моё, он прям так смотрит на нас. Страшно. Огромного лего-человека расстрелы вы любите? 7 минус башка. Так, хочу ему вот так вот. Блин, они так прикольно обсыпаются, вот эти вот обсыпочки. Очень-очень круто, очень красиво это выглядит дело. Мне это прям очень нравится. Так, люблю вот так вот подкашивать ему ноги, подламывать ноги. Так, а давайте-ка мы вот тут вот коленочку мы пробьем. Блин, за этого дыма ни хрена не видно. Кстати, можно вот так вот. Так тоже прикольно. Какой-то лазерный прицел. Так, можно встать? Хорошо. Я забыл наручник просто поставить. Так, ладно, так тоже особо ничего не видно, блин. Так. Только камеру вот так вот. Блин, куда мы уже отъехали? Идрить тебя колотить. Блин, Иваныч, Михайлович. А, у меня потому что... Вот почему, да. Я аж поставил ручную коробочку, так сказать. Автоматик убрал, потому что автомат для... Блин, ну ладно, я просто убирал, когда какую-то предыдущую серию снимал, где надо было... Короче, забить. Блин, так ни хрена не видно, слишком далеко. А, ну тут, конечно, мы отъехали, мы вообще на дороге стояли. Уже отъехали, блин, ладно, так ни хрена непонятно, куда я стреляю. Давайте хотя бы так. Не, вот так лучше. Все, минус нога, сейчас минус вторая нога будет, и будет все просто, просто, дорогие друзья. Просто прекрасно. Так, ну все, он наконец-то падает. Падает, падают, падают, падают. Жопы. Ну а Турбо сидит на земле и поет песни. В общем, друзья, я думаю, что на этой прекрасной ноте, на этой замечательной ноте можно заканчивать данную серию. В общем, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте большущие гигантские пальчики вверх. Пишите какие-то свои комментарии касательно этой игры, касательно этой рубрики. Либо, может быть, просто какие-то комментарии, какие вам захочется. И тогда новая серия по Брик Рикс не заставит себя долго ждать. Да, друзья, до скорых встреч.